парень меня красит. Он совсем не знает, что такое косметика, как меня красить, как наносить макияж, поэтому я думаю, это очень будет смешно. Таня приготовила для меня косметику, которую я буду ее красить. Честно сказать, я не имею никаких знаний в этой сфере, я не разбираюсь ни в чем. Я знаю, есть помада, тональник и расческа для бровей. Итак, я в роли подобной мышки даю вот такой вот чемодан. Сейчас я буду импровизировать. Я хочу начать с губ очень, если можно. Так, помада? Да, выбираю. Еще есть одна, а еще вот такая есть. Какая тебе нравится? О, все, я нашел. Может, блеск лучше? Таня будет малиновая помада, ребята. Может, лучше блеск посмотри? Нет, я не хочу, я уже нашел. Посмотри, может, это тебе понравится. Покажи. Нет, все, я знаю, как. Будьте добры, грибы. Кисточка мастера. Просто, если кто-то хочет на мейкап. Никто не начинает. Основу на недостатки. Так у нас ее нет. Недостатков нет или основы? Недостатки. А вот это вот. Что? А что оно мокрое? Мокрое. Я теперь понимаю, почему большинство вот этих специалистов любят цвет голубизны. Это не я. А чтобы выделить скулы. А чем это делать? Пальцем? Пальцем это делать? Пальцем либо. Все, давай. Добавить. Нет, вот так вот ты, получается, ватной палочкой наноси. Я понял, я умею рисовать. А это белый. Все, окей. Если скулы уже проявляются. Макнуть, я буду ее обтушать. Нет, ты же уже, видишь, уже сделал. Значит, да. Это растушу, я буду растушу по телу. Размах? Да. Скажите, Таня на Джокера похож. Да. Так, сейчас я должен что-то сделать с Таниными глазами. Я не знаю, как это должно быть. Под глаза нанести. А, синяки. А я забыл, какие у нас. Я буду как елка. Певица? Нет. О, самое интересное, я сейчас буду делать Тане синие глаза. Писк модный. Синий цвет, он всегда был модный. А чем делать? Расческой? О, вот этой штукой, да? Нет. Я нет. Пошла жара. Тени на глаза, подвижное веко, потом тут более светлое и более темное. Короче, сюда черное, сюда белое. Все, понял. Закрывайте. Мы, Таня, делаем расцветку к скорому дню ВДВ, который пройдет 2 августа в Беларуси. Подходи с творческой точки зрения. А ничего, что тут не сюда? Ты должен это убирать. Как? Там большая такая, чик, палочка. Нет, не это. А, который ты говорил. Пушистая. Эти не испортились. Нет. Понимаете, всю мою боль я этого не вижу. И когда я это увижу, я не знаю, что с ним будет. Смотри обязательно на это было. Конечно, я знаю. Синтично ему. У меня есть совет для всех парней.
Если вам ваша девушка будет предлагать такое мероприятие, отказывайтесь. Просто берегите свои крепчайшие нервы. Ты оранжевый? Нет, я синий делаю. Что ты не оранжевый взял? А не взял. Сейчас я буду делать Тане линии на глаза, а потом расчесывать брови. Смотрите. Стрелки. Стрелки попрошу. Нормально получается. Надеюсь. Господи, как будто всю жизнь смеялась. Да. Покажи зрителям, как ты красиво выглядишь. Вот такие незамысловатые инструменты, расческа и карандаш. Сейчас будет совокупление чего-то невозможного и адски модного, попрошу. Не понял? Очень смешная процедура. Только не монобровь. Как у прежнего. Ребят, форс-мажор сломался карандаш. Мы не пиарим дневник Хача, потому что они не могут доказать нас через правду. Они еще не доросли до нашего уровня, конечно. Нет, супер. Карандаш. Так должна выглядеть девушка твоей мечты. Да, я люблю когда-то. Что мне только от себя сердечко? Да. Ну знаете, что хочу вам сказать? Есть видео «Месть парня». И девушки красят парней. Поэтому... Я не буду красить, я же не буду. Ай, ну больно. Я уже почти писал. Я красавица? Главное, что не брови. Давай, говори, как тебе впечатление. Ну, я еще не посмотрела, как я выгляжу, но надеюсь, я выгляжу на все 100. Сейчас будет прямое включение с момента, когда Таня посмотрит на себя в камеру. Я надеюсь, что она не будет шокирована. Тань, давай. Да что, я? У меня просто слов нет. А это что? Это надпись YouTube. Это как ты делал стрелки, что тут широкая, а тут вообще тонкая? Ну, рука соскочила. Ну, губы молодец, в принципе. Можно похвалить. Надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите отзывы свои в комментариях, свои впечатления. Расскажите, хотели бы вы сделать своей девушке такой же крутой макияж, как я сделал Тане. Он заслуживает лайка. Ты творишь и получаешь божество. Всем пока, наш челлендж закончился и до скорых встреч. Пока.